Привет, меня зовут Самар, и в сегодняшнем видео будет Бангкок, Бангкок, Бангкок. Очень много Бангкока, целых 6 минут Бангкока. Поехали! Мы вернулись в Бангкок, и черт побери, я люблю транспортную систему, потому что в нашего отеля можно добраться не автобусом, не метро, а лодкой. Просто лодкой. Нужно дождаться еще нужную лодку. Но есть четкое расписание, стоит на всего 15-20 бат и ходит, по идее, каждым 15-20. Поэтому ждем лодку. Раз фото не берет, то снимаю на видео. Очень красивый вид. И очень клевая ярмарка вот здесь, на которой мы уже надегустировались кокосов, дуриана, брауни. Нужно еще раз пройтись. Сегодня мы вышли просто погулять по Бангкоку. И я просто обожаю эти урбанистические пейзажи, когда сверху дороги, сверху еще дороги, небоскребы, провода, поезда. Красота! Я не могу удержаться и снова поснимаю все эти небоскребы, потому что они мне очень нравятся. И традиционная вечерняя гимнастика. Я считаю, это круто, ребята, когда вот так люди просто приходят и занимаются танцевальной аэробикой в парке. Причем люди разного пола, возраста, их здесь реально много. Вот такая вот танцевальная аэробика. Это не единственный флешмоб, который можно увидеть, гуляя по паркам Бангкока. Потому что примерно в 6 вечера звучит музыка, все встают или останавливаются, потому что это не просто музыка, это гимн Таиланда. Сегодня мы приехали на плавучий рынок, и теперь мы пытаемся на этот самый рынок попасть, не беря в аренду лодку за 300 бат. Карта говорит, что можно пройти по дороге, попасть пешком. Сейчас мы будем это выяснять, потому что что? Потому что мы хотим подешевле. А вот и он, плавучий рынок. Сегодня явно не самый рыночный день, но все равно смотрится интересно. Знаменитый плавучий рынок Дамын-Садуак сегодня то ли не торговый, то ли время уже не то, то ли это в принципе турместо, потому что здесь особо торговли на лодках нету. Да и вдоль каналов тоже не особо, да и местных здесь не особо. Туристы плавают, фоткают других туристов, снимаю других туристов еще. А так пока что разочарование. А вот такие бабушки тут ловко врубят между каналами. Это больше похоже на то, что здесь есть какая-то жизнь. Но, тем не менее, большинство здесь это китайские туристы. Привет, китайские туристы. И там были. Вот это уже больше похоже на правду. Тут уже и еда подешевле. И, в принципе, жизнь кипит. И цены тут ниже разиков взяла. Ну
Вообще в Бангкоке и вокруг Бангкока плавучих рынков много, штук 5. Но этот самый известный, потому что здесь снимался Бонд, Джеймс Бонд. А под конец выпуска вот вам немножко грозы над ночным Бангкоком. Если что, это я снимаю молнии, которые здесь просто охренительные. Вот это дискотека. А саундтрек на фоне — это, видимо, свадьба в среднем дворе. На сегодня все, а в следующем выпуске будет остров Самуи, на котором мы жили целый месяц. И чтобы увидеть это, подписывайтесь на канал и смотрите дальше. Увидимся.